Бисмилляхи рахмани рахим. Стало, в принципе, таким обыденным явлением, когда чиновники или клерикалы, попы, муфтии вручают друг другу медали, ордена, целуются при этом, так сказать, выпивают то ли сок, то ли шампанское за здравие друг друга, ну и так далее. То есть очевидно, что вот эта вот система наград, медалей, орденов стала какой-то, ну, отличительной чертой вот этих вот людей, которые окопались на верхах властной пирамиды, государственной пирамиды. И, в принципе, мы воспринимаем это, ну, как естественное, да, как в той известной поговорке: кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Вот они друг друга нахваливают, на лацканы прикрепляют медальки, мусульманам вручают какие-нибудь ордены Андрея Первозванного, или муфтии вручают какому-нибудь президенту Путину орден, значит, имени какого-нибудь исламского деятеля, ну и так далее. То есть мы видим, что идет такая страшная нивеляция, страшное обезличивание, обессмысливание всех этих вещей. А если взглянуть в суть проблемы, то ведь, по сути говоря, орден, откуда произошло название, это была рыцарская отметина. Ордена носили рыцарские братства, братья, да? И, собственно говоря, оттуда эта идея и пришла. То есть орден был отличительный знак воинов, кшатриев, муджахидов. И никто другой не имел права этот орден на себя напяливать, то есть отличительный знак. Это отличало его от всей остальной массы. Как сказано в Священном Коране, не равен тот, кто остается поить паломников, и тот, кто налегке или тяжелый идет сражаться на пути Всевышнего Аллаха. Вот этот аспект выделенности этих людей, которые идут, они отмечаются вот этим орденским знаком. Но сейчас, когда вся система ценностей просто дезавуирована, когда вот эти бюрократы, которые являются чандалами, то есть бесклассовым сословием, они прихватизировали, они забрали себе все эти прерогативы воинов. Помните, я рассказывал о том, что некоторые практики воинские, кшатрийские, забрали себе клерикалы. Ну, вот самая известная, самая такая скандальная из них – это практика йоги, йоджи. Эта практика была неким ритуалом, не ритуалом даже, а стратегемой или же таким подходом, при котором воин-кшатрий снаряжал своего коня, своего скакуна. И вот этот процесс назывался йоджи. Это то, что, например, у тюрков выражено именем Ир-Ат. Ир – мужчина, Ат – лошадь. Да? И вот, например, у татар, башкир, когда говорят мужчина, говорят Ир-Ат. То есть это вот связанные понятия, то есть неразделимые. Вот мужчина-воин – это человек, который имеет скакуна как некую боевую единицу. Так вот, клерикалы, брахмины, они забрали эту отличную ритуальную вещь, воинскую, и присобачили ее к себе, и сделали из нее то, что называется вот практикой духовного восхождения, что на самом деле является абсолютной профанацией и попыткой уйти из вектора противостояния против системы. Потому что ведь также в Коране сказано, что если Всевышний хочет увести вас, то он сжимает грудь человеку, и у того создается впечатление, что он воспламеняется, восходит наверх. А кого хочет приблизить к себе, кого хочет по-настоящему погрузить в ислам, того грудь он расширяет. Вот это вот ощущение сжатости груди и, так сказать, воспламенения наверх, это и есть концепция брахминов, клерикалов, мушриков, которые говорят о неком восхождении наверх, восхождении ступенями бытия к первоисточнику. Это концепция монизма. Вагдат аль-вуджуд, единство бытия, Бога, человека и природы, который, конечно, противостоит концепции четкого монотеизма, трансцендентности Всевышнего, которому нет никаких аналогий. Поэтому мы и говорим: свят он и велик, Куддус,
что переводится на самом деле как кундуз, это тот, кто не имеет никаких аналогий, у кого нет никаких, так сказать, вот схожих двойников или каких-то симуляций. В то время как эти мушрики, брамины, клерикалы говорят, что нет, все указывает на Бога, все есть Бог. Он разлит, это такой вот пантеизм, он разливается как эфир в этом прекрасном мире. Так вот, возвращаясь к нашей основной теме, все эти медальки, ордена, они перехватили для того, чтобы кодировать собственную систему по принципу свой-свой, свой-чужой. То есть простому человеку с улицы этих медалей и наград не дают, так они ему и, что называется, не нужны. Но это выделяет их в особую касту. Это каста на самом деле люмпинов, потому что бюрократы – это люмпины. Это выкинутые за границу истории люди, как пена вот ненужная. Но они объявили себя особой кастой, поэтому они нацепляют эти медальки, как Брежнев, вот, так сказать, троекратный поцелуй, или как эти безумные там клерикалы, которые любят вот нацепить, напридумать этих орденов и медалек. Поэтому я думаю, что настоящий орден, орден воинов, орден людей длинной воли, орден людей мужества и отваги, он носит его в груди, в сердце. Им Всевышний расширяет грудь, а вот этим вот, которые эти всякие брюльки на себя напяливают, им он эту грудь сжимает.